Белый медвежонок, найденный в Среднеколымске, вылетел в Москву. Сегодня вечером спецрейс с детенышем на борту совершил посадку в Якутске. Здесь его встретили представители Минохраны природы республики и зоопарка Арто-Дайдо. Также его смотрели специалисты московского зоопарка, которые теперь сопровождают медвежонка до места назначения. С московским зоопарком договорились сразу после того, как было принято решение об изъятии детенышей из дикой природы. Медвежонку, оставшемуся без защиты матери, было бы сложно выжить одному, отмечают в министерстве. Напомним, что детеныша белого медведя впервые обнаружили еще в августе. После этого его и отловили инспектора управления по охране природы. Медведя сперва перенаправили в Среднеколымск, откуда он вылетел в Якутск. Кормили рыбой, ну, чир, щука 3 раза в день. Перелет на самолете, ну, это нормально. Были варианты увезти медвежонка на побережье Восточно-Сибирского моря и выпустить на Медвежьих островах. Мы договорились с судном уже. Но специалисты нам подсказали о том, что этого не надо делать. И надо помочь животному выжить. Очень оперативно отработали с Министерством обороны, с транспортными компаниями. И вот сегодня мы передаем медвежонка московскому зоопарку.